дворе эпоха крутых перемен. Папа называл это время анархией. Оно не все знает. Вы не понимаете, во что ввязались. Сюжет, который ты сейчас снимешь, станет легендой. «Гром. Трудное детство». Уже в подписке. Кинопоиск. Домашний кинотеатр номер один. Привет, с вами Джамбо Макс, и первым делом я хочу вас поздравить с новым 2023 годом. И чтобы вам было не скучно на выходных этой недели, сегодня я расскажу вам о китайском портативном мониторе, который я себе приобрел на AliExpress. Расскажу о том, зачем он вообще понадобился, какой казус произошел после покупки, ну и так далее. Конечно же, с вас лайк, подписка, ну и любой комментарий для продвижения этого видоса. Может, например, поздравить с Новым годом ребят и меня. Спасибо. Начну, пожалуй, с того, что покупка данного монитора мне пришла совсем внезапно. Как-то лазая на Али, я обнаружил портативный монитор для Series S. Я давно хотел себе обзор на этот экран от стартаперов под брендом X-Screen, но, увы, не сложилось, поскольку, если не ошибаюсь, они не доставляют данную штуковину в мой регион. В итоге, через несколько месяцев на AliExpress я нашел практически такой же монитор, но от китайского производителя. И хотел сделать обзор уже на него, но подумал, что данная штуковина, она будет не особо практична в моем использовании. И непрактична для всех остальных устройств, поскольку у нее все-таки несъемная платформа, которая будет немножко мешать при перевозке, ну а также при использовании. И логично, что данную приблуду лучше все-таки использовать исключительно для Series S. Для нее он реально топчик. Плюс смутило еще то, что он стоит около 18 тысяч, да. Понимаю, что эта цена может быть и оправдана, там, например, не совсем обычным экраном, специальной конструкцией, но по факту это реально дорого, ибо за 17к можно какой-нибудь монитор 2К купить и с хорошей диагональю. Но в любом случае, если вас заинтересовала штуковина, я ссылку оставлю в комментах, если вдруг кому-то надо, конечно. Мой же выбор в покупке портативного монитора исходил из нереально простых потребностей. Чтобы этот экран можно было без проблем взять с собой, к нему можно было подключить нормальные другие консоли помимо Series S, и самое, пожалуй, главное, чтобы недорого стоил и в комплекте был чехол. Вот, кстати, последнее самое важное. В общем, я прикупил такой вот монитор от компании Wansong. Ну, короче, я даже не знаю, как он называется, видимо, вообще без бренда. Доехал он мне крайне быстро, с деком около недели, по-моему, доставка составила, и это все было предновогодние праздники, кстати. В комплекте был блок питания, HDMI, экран, конечно же, чехол для него, который удобный для подставки и удобный для некой защиты стекла. Сам монитор довольно-таки легкий, весит около 600 грамм, есть порты для двух HDMI, кстати, USB и разъем под питание. Сверху у нас есть динамики, сразу спойлер, не особо офигенные, и кнопки навигации, где вы можете поменять базовые настройки, как у старого телека. Яркость, контрастность, звук, ну и так далее. А еще, кстати, на мониторе поддерживается русский язык, за что реально спасибо. Диагональ экрана 14 дюймов и разрешение Full HD. Обошелся он мне в 6300, но из-за некого инцидента, по итогу, я приобрел его за косарь дешевле. Самые внимательные должны были заметить, что каким-то чудом этот экран ко мне приехал чуть треснутым. Как вы понимаете, он полностью рабочий, но немного повредилось верхнее стекло экрана, что было чуть-чуть неприятно, но по большему счету пофигу. Плюс, если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что как раз-таки это стекло немножко неаккуратно заклеено и кажется, будто его просто меняли. Кстати, сам монитор был хорошо упакован. Там был пенопласт, нормальная коробка, и, скорее всего, его просто положили уже таким, а и там главное продать. Конечно же, на Али я открыл спор по этому вопросу, объяснив, что чел, гоу, мне 500 рублей, я закрываю глаза на трещину. Но мистер Джеки Чан подумал, что это защитное стекло, которое он прилепил сверху скотчем. Но поскольку он не согласен был на 500 рублей, я создал еще одну заявку и уже поставил один косарь за фигово наклеенное стекло. Плюс объяснил, что это все-таки не защитка пострадала. В итоге сторганулись. Несмотря на этот инцидент, монитор оказался реально хорош. Нормальный угол обзора, хорошие цвета, поскольку IPS матрица, компактный и, соответственно, что еще нужно. Я лично его рассматривал не только для обзора, но и для реального применения, поскольку дома у меня, ну, особо не получается нормально поиграть в одиночные игры, ибо я чаще всего стримлю онлайн игры, и я понял, что одиночки я хотя бы по чуть-чуть могу проходить на работе. Ну, либо во время перерыва, либо тогда, когда никто не видит, либо вообще, там, не знаю, в гостях или в дороге. Присоединил все и почилил. Я лично играю на Xbox One S, поскольку Series S стоит у брата, и знаете, я вообще не чувствую какого-либо дискомфорта. Да, конечно, во многих играх 30 FPS, но я не такой придирчивый геймер, у которого от них кружится голова или там вытекают глаза. Я вот, к примеру, проходил Scarlet Nexus и вообще был ништяк. Благодаря данному монитору я надеюсь, что я пройду все одиночные игры, которые когда-то хотел пройти, а именно Prey, Fallout 4, Cyberpunk наконец-таки допройду, там Valhalla и так далее. И знаете, многие могут сказать, да вот, это совсем не то, можно было там взять монитор лучше. Да, можно было взять, конечно же, и лучше, к примеру, там 2К и 120 FPS, поддержка какой-нибудь там FreeSync и еще всякие штуки, но самый главный вопрос, нафига?
Портативный монитор – это only полевые условия. Уехали на дачу – взяли, поиграли. Поехали, например, на какую-нибудь вахту или в командировку – взяли, поиграли. Просто как по мне, когда ты играешь не дома, не в мегакомфортных условиях, смотреть на какие-то лучшие показатели лично для меня бессмысленно. Такие вещи – это не про какой-то максимальный показатель, и, соответственно, если бы я купил какой-нибудь 2К-монитор или 4К-монитор, или там мега-большой, я бы попросту переплатил, ну, во-первых, как бы One S такого не выдаст, а я играю сейчас в последнее время на ней. Ну а во-вторых, на таком экране опять же это бессмысленно. Я лично, врубив те игры, которые у меня установлены на этой консоли, я практически не вижу каких-либо пикселей, там всякой лабуды, за которую можно предъявить, если ты смотришь на большой экран. А все из-за того, что сам монитор, он маленький, и чем меньше экран, тем меньше смысл думать о каком-либо разрешении. Чтобы вы меня поняли, просто включите на телефоне видос в 720p, и он вам покажется намного четче, нежели бы его включили там на экране 65 дюймов. Звук, кстати, это далеко не преимущество данного устройства, и динамики тут, мягко говоря, бе, ну, можете заценить. Но как раз для обхода этого, если вдруг кто-то офигенный меломан, вы можете либо присоединить наушники к монитору, либо к геймпаду, что намного удобнее. Такая вещь, кстати, подойдет и для мини-экрана, для компа, или же для ноута, если у вас там немножко средств, или же нету места для второго моника полноценного. Такой экранчик прям будет прикольный. Ну а самый главный плюс данного устройства, это, пожалуй, сама цена, потому что он стоит, ну, на мой взгляд, действительно недорого, если сравнить с аналогами. И мобильность, которая позволяет брать этот монитор везде, где только хочешь. Если вдруг вы там работаете, не знаю, в офисе, да, и можете поставить кронштейн, вы можете его купить и также поставить туда монитор, что, кстати, очень удобно, я купил себе такой. Или просто поставить его в чехол, кстати, он реально очень удобный, и поиграть. В общем, мобильность и цена, вот как раз таки это самый главный плюс данных устройств. Но на мой взгляд, данное устройство все-таки офигенное решение именно для консоли и для поездок. Я просто иногда с этим сталкиваюсь, и чтобы поиграть, теперь я могу попросту загрузить все в рюкзак и отправиться в путешествие, зная, что где есть две розетки, я смогу без проблем во что-то либо поиграть. Поэтому если кто-то себе искал какой-нибудь портативный экран для игры вне дома, ну или дома, но тайком, то такие вот устройства вам реально могут скрасить досуг. Особенно если там пришла жена или батя и отняли у вас большой телек. Ссылочку на тот монитор, который я брал, я оставлю в комментариях. На этом, в принципе, все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать свое мнение о таких штуковинах, мало ли кто-то уже пользовался подобным. Еще раз поздравляю вас с наступившим 23-м годом и большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч!